В Югре будут повышать интерес к корейскому боевому искусству. В рамках рабочей поездки в Москву Наталья Комарова подписала соглашение о сотрудничестве с президентом Союза Тхэквондо России Анатолием Тереховым. Согласно документу, стороны будут совместно развивать и популяризировать этот олимпийский вид спорта среди югорской молодежи, а также окажут поддержку организациям и общественным объединениям, которые занимаются повышением профессионализма тренеров по тхэквондо и развитием материально-технической базы для занятий. Отмечу, сегодня в округе этот вид боевого искусства систематически осваивают около 3000 человек. Почти 200 югорчан имеют спортивные разряды, в их числе 11 кандидатов в мастера и 2 заслуженных мастера спорта.